В субботу в возрасте 58 лет ушла из жизни декан факультета социальных наук Латвийского университета Инта Брикша. Это человек, который выпустил в большую журналистику сотни студентов, сделал свой факультет самым востребованным в стране, внес неоценимый вклад в развитие журналистики Латвии. Мы были коллегами с июня 1990 года. Так что Инта Брикша в моей жизни тоже сыграла очень важную роль, так как она сыграла очень важную роль как в научной, так и в академической жизни. И, естественно, вырастила, я бы сказал, не одно поколение журналистов Латвии. Мы должны работать на успешное развитие факультета социальных наук и в будущем, поскольку это будет самым лучшим, я думаю, памятником и памятью о том, что сделал Инта Брикша для развития этого факультета. Союз журналистов Латвии выражает наискренние соболезнования близким, а также ученикам, родным Инты Брикши. Глубокие соболезнования семье и близким Инты Брикши. Прощание с ней состоится в этот четверг, 6 ноября, в главном здании Латвийского университета с 10 утра до полудня.